Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Стас Дегтяренко хочет привести на проект знакомую девушку, с которой он общался до прихода на Дом-2. Дарина Маркина отпраздновала 22-летие. Она благодарит Никиту Кузнецова за хорошее настроение и за совместное приключение. Алексей Купин и Майя Донцова были на свидании, они покатались на каноэ. Вера Курочка сменила имидж, теперь у нее короткая стрижка. Маша Кахно и Марина Африкантова сняли нарощенные ресницы. «Я за натуральную красоту», – пишет Кахно. Лилия Читрару, которая недавно сделала несколько пластических операций, в восторге от результата. Юлиану Богомолову не смущает, что Виталий Малышев – фрик. Девушка готова доказать всему коллективу, что в отношениях он сможет быть другим. Ольга Васильевна Габозова дает советы другой мамочке проекта – Марине Тристановне Абрамсон. «Марина Тристановна, не наступайте на мои грабли», – пишет она. «Бегите с проекта, иначе Тата и Валера разведутся». Татьяна Владимировна Африкантова в видеотрансляции вспомнила про долг Андрея Чуева. Он должен ее дочери 500 000. Но Чуев угрожал Марине, она его боится и просит мать не упоминать про долг. Но Татьяна Владимировна ничего не боится, и она предложила тем, кто хочет подзаработать, выбить эти 500 тысяч из Альфонса Чуева. Причем эти деньги ей не нужно возвращать, ей важна справедливость. Ольга Бузова публикует фотографии с тренировки. Она старается заниматься каждый день не для того, чтобы нарастить мышечную массу, а для здорового и красивого тела и рельефа. Кстати, все билеты на сольный ноябрьский концерт Бузовой уже распроданы. А вот на ее мастер-классы не хотят покупать билеты. Ее рассказы о своем секрете успеха не пользуются особой популярностью. И в некоторых городах мастер-классы даже отменяют. Ксюша Бородина и Курбан Омаров начинают делать ремонт в своем доме. Бородина обратилась к компаниям, которые готовы сотрудничать с ней и помогать делать ремонт за рекламу. Дружбе между двумя парами, которые очень тесно общались на острове любви, пришел конец. Лилия Читрару и Сергей Захарьяш перестали общаться со своими друзьями Сергеем Кучеровым и Юлией Ефременковой. Кучеров считает, что их пара фиктивная. Он говорит, что на острове Лилия с Сережей мало общались, у них нет общих тем для разговора. Захарьяш умный, начитанный парень, а Лилия не любит читать, ее интересуют только переделки внешности. Внутри у девушки пустота. Лиза Кутузова, которая родила второго ребенка, поделилась со своими подписчиками подробностями. «Роды прошли отлично», – пишет она. «Родила сама, без разрывов и вмешательств. Я мечтала о дочке и сыночке. У них 2 года разницы, мы так и хотели. Третьего тоже надо, немного попозже». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.